Сегодня же в Атырау от имени главы государства был проведен узышар для участников национального курултая. Президент поздравил всех собравшихся со священным месяцем Рамазана и отметил, что нынешнее заседание, совпавшее с праздником Ураза, имеет особую значимость. Ислам является неотъемлемой частью национальной культуры и призывает людей быть добрыми, честными, образованными и трудолюбивыми. Чтобы стать прогрессивной страной, поведение, поступки, помыслы и намерения наших граждан должны соответствовать этим принципам, считает лидер страны. Поэтому крайне важно разъяснять молодым людям необходимость достижения успеха честным трудом и передавать им жизненный опыт старшего поколения.